проходил, чуть-чуть знаешь. Чуть-чуть пройдем, да? И я одену рисуночку. А я буду так идти. Давай. Я вещаю. Мы добро пожаловать в березовую рощу, в наш зеленый уголок, в один из небольших зеленых уголков нашего города. Нет, не так. Вам стойки этот самый. Давай. Давай, что? Давай, дубль два. Какой маленький такой. О, видишь, еще что-то. Вот, смотрите, какой круто. Под колой. Видишь, какие ладони. А мы гуляем по парку. Колесеи. Колесеи. Сами рядом у них там шиншиллы, суслики всякие. Мы идем в контактный зоопарк. Что будешь делать там с ними? Сейчас буду верблюдика обнимать, контакт налаживать. Олень, если можно его погладить. Макс, это кто? Это зайчики. Иди сюда. Идем, я тебе еще что-то покажу. Если ты не съешь мой палец. Дай мне одну. Пойдем второму. Ну только мне палец. Один пакетик. Мы фотографии делали. Держи, не бойся. Держи. О, шахометку. Ну, давай, рассказывай. Кто здесь еще? Кто тебе больше всех? Тема. Мне нравится котенок с собачкой. Котенок с собачкой? Да, мама. И что ты кого захотела? Я хочу маленького котенка. И что ты будешь с ним делать? Играть дома. Погладь. Я вижу. Погладь. Папа. Погладь, он не кусается. Не кусается. Вы готовы завести котенка? No. Да. No. Мы готовы съесть. Мы уже крысу завели себе. Ну подарь котенка и собаку теперь хотим. Давай, давай. Он доследовать, нет? Да. Мы его туда первый шар отправили. Шар. Надо по ручке. Давай. Что ж такое? Я не попал в этих. Сейчас попадешь. Все, вот это точно попадет. Давай. На ручки давай. Давай, на ручки. Давай. Готов? Готов? Наташа? Наташа, вот кнопочка. Я вижу. Ее много жать надо. Наташка, ну что, делитесь эмоциями, как вообще это было? Нереал? Лютый. Круто? Нереал вообще? Вообще люто. Вообще, да? Вообще. Страшно? Ой. Делитесь эмоциями. Тебе понравилось? У тебя такие же эмоции, как у мамы, сильные. Вообще. Круто, Алина, да? Алина мне все рассказывала, да? Как я делала? Что надо было делать? Надо как кнопку нажимать, а потом надо съесть просто. Так, это... Я еще раз решил испытать колесо это, чертово. Я говорил, что я не поеду, но вы меня уговорили. Вот он. Так что мы рискнем. Но если что, буду материться, я там запикаю все это дело. Все меры, сказала, что меры предосторожности все соблюли, закрыли. Вот, теперь мы поехали наверх. Запах шашлыка и запах толчка, они здесь примерно синхронизируются, вот в этой серединке. Они встречаются. Встречаются, да. Получается супер запах шашлычного туалета. Поднимаемся. Мы даже посередине пошли. Мы на где-то сколько минут? На 45 минут, да, где-то сейчас? Вот час будет, как горизонт, увидишь?
Вровень, да? Да, вровень, видишь, это вот мы 15 минут. А, да-да-да, когда вот вверх поднимемся, надо что-то. То есть это, считай, получается, это не половина, да, это больше? На самом деле, это самый безопасный аттракцион, считается. Даже если он встанет, ничего страшного. Ну да, только на высоте и все. А так, ты будешь болтаться, пока пожарники не приедут, или пока не починят. Как она более-менее динамична. Это ты не вспоминай этот фильм, где колесо укатилось. Наш фильм. Слушай, она тоже древняя уже, как говно мамонта, наверное. Выходим на горизонт. Становится еще более очково, чем раньше. Горы. Страшновато. А это, смотри, березки. Этот березовая роща и верхушки. Смотри, их постригли как ровненько. Так, все снимается. Мама, туда пошли монеты. Мокро там, отойду. Вода мокрая здесь. Сегодня вода мокрая здесь. Пойдем потрогаем. Фонтан начинается.